Хрен вам, а не Павлика. О, суки. Завезли меня в какой-то лес. Лес. Ебать. А вдруг медведь? А у меня даже угостить нечем. Где тут трасса? Тихо. Походу туда. Нихуя себе! Ёлочка! В кленовом лесу ёлочка! Ёлочка, это ништяк! Прям как раз под Новый год! Хорошо, что я их лопату спи***л! Ну, давайте, давайте! Тормозите уже! О, ништяк! Тачка! Здорово, братиш! Подкинь до города! Только платишь! Ты чё, братиш, какие деньги? Я из леса! Могу шишек отсыпать! Блин. Ништяк, ща погоди! Ебать! Братиш, а у него здесь сейчас не развалится, а? Слышь, а чё у тебя за тачка? Ладно, коль... Прими мои искренние соболезнования! Слушай, а что, нашел или купил? Купил. Вот ты олень. Слушай, а на чем она у тебя работает? На дровах, да? Ты остряк. Смотрю, прям язва есть, а так и сыпется. Вот здесь останови. Все, давай, я пошел. Ты ёлку забери. Оставь её себе. Нахрен она мне нужна? Ну только у тебя машина на дровах. В бак её наруби. Остряк хуев. Да чё он там сдох, что ли? Когда уже откроют? Денчик. О, Боров, здорово. Здорово, Денчик. Дед какой молодец, бодрый. Снегурка вообще ни о чем. Денчик, какого числа я к тебе пришел? 31-го. А сегодня какое? 3-е. Судя по всему, Новый год мы проебали, да? Ты расстроен? Мне тоже похуй. Паш, давай просыпайся, Паша! Слышь, ты еще орешь? Тазановый человек приехал. Да иди ты на. Тазановый человек приехал, говорю. Возьми его с собой. Это человек от Андрея Валерьевича. А он пусть возглавит ваш марафон. Давай. Сейчас я только отолью. Тело болит. Ты чё, меня бил, что ли? Нихуя себе. Алло, да. Пап, я дома сплю. Чё, они внутри уже? Ну, давай, сходи, Денчик. Добрый. Здравствуйте. У вас заказ? Да, нас ждут. Еще на есть собачки? Нет, а что надо? Что такое? Это медальон. Ходите. Спасибо. Ништяк, Валера, мы зашли.